Я еще школьником уже слушал всякие Deep Purple, всякие Led Zeppelin, даже всякие, прости господи, Скорпионы, да. И вдруг появляется группа, которая по звуку и по энергетике, и самое главное, по драйву не уступает западным. Ух ты, как это интересно, да? То есть какие-то наши ребята так наблатыкались это все делать, что взяли и написали Не зная этих слов английских, мы уже чувствовали, что это же что-то наше. Просто ребята, видимо, там играли в парке Горького, а потом бах! И всем показались. И даже в Америке их заметили. Оказалось, что Стас Намин изначально собрал группу «Парк Горького», чтобы представить такую музыку для американского рынка. То есть, в принципе, группа создавалась, чтобы показать им там, как мы можем, если что.